Новый день. Привет. Уже еду из налоговой. Дождик в Москве. Москву умывает. Пробка. Там авария где? Хотя не знаю, он все ли едет, где там авария. Наверное, там, где у меня съезд. Вот, район Сокол кругалями. Историческим. Пожалуйста. ОКБ имени Микояна. Конструкторское бюро. Вот сейчас выезжаю на Ленинградку. И почешу в сторону области. Под дождичек. Сегодня вечером, детки, сюда же. С район он такой, он меня манит, магнитит, он не отпускает, он прям держит такой какой-то исторический корневой. Постоянно я тут мотыляю. Вот я эту неделю вообще всю тут в этом районе кружу. Сегодня вечером буду тут. Дома. Сейчас покажу вам, что здесь есть. Вот это строится кинотеатр Баку. Это амбулаторный пруд. Вот, на, вот это пруд. Не знаю, насколько видно, что там пруд. Но там пруд. Это выкладывается, видите, будет хороший сквер. То есть тут уже вот все вот сделали. Теперь вот это дальше. Все будет красиво. Там за рынком вот тут все делают. Здесь магазин Биллом. То есть будет красиво заработать кинотеатр, облагорожен абсолютно пруд будет. Будет все очень-очень здорово. Вот там вот Москва-Сити. Так визуально она, кстати, поближе будет. Дальше башня, телебашня Останкино. И сейчас минуточку. Вот. Все на самом деле так-то ближе мне выглядит. Это арена ВТБ «Динамо». Такая красота. Прошел дождь, пролил хорошенький в Москве. И температурка упала до 19 градусов. Так что сегодня ночью все освежатся, отдохнут. Ой. Дождь был, конечно, не очень хорошо, а сейчас хорошо. Как-то ничего так. Ничего я никак. Зря доходит ногой. Я ему думаю. Да, ну ты думать нечем. Что ты думаешь? Теперь она на тебя другими глазами посмотрит. На. Доходит, да. Леша, уколы тебе. Сама судьба тебе помогает. Фастумгель. Хондроксид. Каких хороших времен? Я 1400 отдала. Чая нет, нихуя, ни грамма. Алексей. Ты говоришь, как я тут буду... Укол давай делать. Думала, воду будешь пить. Спину скрючила. Давай укольчики. Уколю. Поешь? А, поесть надо. Уже, уже время 15:12. Время. Ох, приезжал. Как поросячок. Давайте с вами арбуз разрежем. Корешки. Одной-то рукой-то, ну ж как-то это. Подождите. Ой. Это вообще-то не желтый, а оранжевый. Желтый был позавчера. А это такой больше в оранжевый цвет. Не знаю, как передает. Вот. Сейчас. Больше вот так-то. Такой вот арбузик. Еще попробуем. Ну, вот такой вот
Чеснышенька покушает. Так что все хорошо. Муры валяются под балконом. А что это такое? Упарилась? Это жарко. С чего бы, я спросила. Удивительно, в 35 градусов, когда в квартире, она, значит, это даже не ходила в кондиционированную комнату, лежала где-то, но не это, не на сквозняках. Но сейчас не ходит. А сейчас 19 градусов на улице, а может сейчас и меньше. Она под балконом, под открытой дверью. Артистки все. Шуба, ёба. Пойдемте спать. Под шубкой она. Долго ходить в туалетике. Все, я пошла, мне завтра на работу. Что ты? На работу мне завтра, говорю. Не торопись. Вся ночь впереди. Кушай арбузик. Да. Вон, ножки начнет крутить, можешь вот намазать или вот намазать. Тут все есть. Я не знаю, что их делят. Можешь намазать. Хожу, писаю. Ага. Пописал, сразу закрутил ногу. Скрутил. Ну, что ты, ну, вообще? Вообще. Все, спокойной ночи. Ну, да. Спокойной ночи. Я сейчас плиту несу. Я несу. На Сяшенька укладываемся. Давай, давай. Всем спокойной ночи, пока.